Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Строительство заправок «Татнефть» в Кирове начнется в 2024 году. Как рассказал губернатор Александр Соколов, места для заправочных станций уже выбраны. Скоро в регион приедет делегация «Татнефти», будет осматривать их. И в следующем году начнется работа по созданию системы заправок. Соколов выразил надежду, что появление нового игрока поможет урегулировать цены, которые в последнее время в очередной раз резко выросли. Одна из причин этого, по словам губернатора, отсутствие в нашем регионе конкуренции. Повышение цен на бензин и дизельное топливо в разгар уборки урожая Соколов назвал форменным безобразием и рассказал, что на региональном уровне власти обратились в Федеральную антимонопольную службу для проведения проверки из-за крайне завышенной цены. Экономика. 140 миллионов выделят в этом году на разработку проектов школ в Кирове. Документация будет сделана для общеобразовательной школы на 1100 мест в жилом комплексе Слобода-Курочкины и двух пристроев по 372 места каждый к школам номер 66 и номер 58. За принятие поправок в бюджет на пленарном заседании проголосовали депутаты ОЗС. Планируется, что в последующие годы деньги будут выделены непосредственно на строительство зданий. В 2024 году выделят 1 миллиард 800 миллионов рублей, в 2025 году 435 миллионов. В эфире «Экономика». Прокуратура Кировской области помешала выводу за границу 947 миллионов. Во время проверки, которую провело ведомство на основании информации Росфинмониторинга, был установлен факт, что в арбитражном суде рассматривается заявление кредитной организации резидента другого государства о включении долга в реестр требований кредиторов. При этом спор возник из-за фиктивной сделки, рассказали в областной прокуратуре. Если бы суд встал на сторону заявителя, кредитная организация могла бы вывести из России почти миллиард рублей, но прокуратура вступила в дело и смогла привести доводы, по которым суд отказал в удовлетворении иска. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».